Друзья, мы с Маргаритой вас приветствуем на канале Хутор Стуканов, Краснодарский край. Всем привет. Настало время, что сделать? Почистить козовник. Да. В общем, этим не самым приятным делом будем заниматься. Сегодня поход до вечера. Так, тебе вилы, мне две тачки. Ну, где-то я буду вилами, где Маргарите будет сложно. И вот наши две тачки, новая и старая. Вот, собственно, и все на сегодня. Это была только одна комната, там, где козы. Жданкину мы еще даже не убирали. Вывес я не считал, но тачек 25 точно. И все это было потерянное сено. И вот если сравнить с кормушкой нашей, вот она здесь стояла, потерь сена нет в принципе вообще. Вот это все, что вы видите, это я раскидывал оттуда, ходил старое, ну, чтобы грязи не было, чтобы просто было как, ну, притоптанное сено, чтобы месива такого не было. Так что вот кормушка отличная. А вот та с прямыми рейками, вот в ней было сколько, ну, наверное, кузов газели был точно. То есть 25 тачек, примерно, может больше, может меньше. То есть завтра уже мы начнем убирать Жданкину комнату, потому что из Жданкиной комнаты надо... часть под деревья, что-то в парник, там, ну, как бы есть участок, где меньше соломы, и вот то пойдет уже на удобрение. А сейчас надо выпускать коз, мы их заперли в помещении, где раньше был Мартин, им уже попить надо, ну и вообще, сейчас еще сено им дадим, а сами пойдем пить чай. Ну и, собственно, вот свежие соломки сделали. Вот так постелили им. Чистота и порядок. Да, сухо, чисто. Только у Жданки не успели сегодня. У Жданки позже. И все это в основном, вот эти все потери были вот с этой кормушки. Да. Вот так они цепляют, и оно все падает. Вот это получше. А завтра будем у Жданки тогда. У нее тоже тут полно. Ну тут есть куда мы сметали с лавки. Какашки ее, они... вон там по углам, они, мы их там под деревья, на огород пойдут они туда.
А у нас на сегодня с уборкой закончено. Да, устали. Все, сено им положили. Они пока едят там. Мы, чтобы они меньше кричали. Тихо, тихо, тихо. Альма. Кушайте, кушайте. Даша, кушайте. Ты тоже будешь кушать? Давай, уходи, Альма. Альма, давай иди. Иди сюда, Альма. Давай, на выход. Иди, иди, иди. На выход, давай, пошла. Все, порядок. Теперь мы пойдем пить чай. Проверь, проверь все, что там. В общем, у нас сегодня была плодотворная поездка. Мы купили мясо, говядину, альми, там всякие печени, мечени, кабану. Ее корм вот такой, ягненок с томатом, гипоаллергенный. И самое главное, мы себе купили кровать двухспальную. Новую. Ну, матрас купим позже. Полежит пока на складе у нас. Может быть, месяц там. Привезем и матрас. И тогда будем спать как короли. А пока, пока. Да, еще, друзья. Мы забрали в Сдэке овощерезку. Мы хотим ее разыграть среди подписчиков. У нас просто таких две. Условия скажу позже. Вискас. И вискас тут трется. Что да, ты трешься? Да, все крутится, конечно. Мясо почуял тоже, да. Мясо почуял. Искарь. Альма. Давай ей. Да, не знаю, будет она есть. Нескин корм будешь есть? Не. А сама на вискоса смотрит. А сама на говядину смотрит. Вискосу дай. Позови вискоса. Только это крупный корм. Вискос будет? А, сейчас она съест, да, чтобы ему не достало. На. Нельзя. Все. Вот так вот. Приходится говорить, что вискос съест. Тогда она питается, а так нет. Ну все. Альма. Сейчас говядинку будем тебе давать. Шарлоточка. Да, решили мы торт не покупать и не делать, потому что его долго делать. Да. Маргарита говорит, давай что-нибудь с тортом замутим. Я говорю, да сделай шарлотку, этого хватит. У нас сегодня праздничная шарлотка с корицей. Да. А я пока дошираком попитаюсь. Все-таки праздник. Хоть что-то откопал в шкафу. Нечего есть дома. Нечего, да. Оголодали стукановцы. Ну, нас на самом деле просто... Полдня катались. Катались, да, полдня. Вот, поэтому не было возможности. Может, еще сверху яблочко сделать чуть-чуть? Не, не надо. Не надо? Надо было вообще будет мало вот так вот вылить крестом. Будет так, мало так, начинки. Тык-тык-тык-тык. Мало начинки? Да. Тогда клади. В общем, полдня искали кровать, поэтому, собственно, мы особо ничего и не приготовили. Ну, вот сейчас шарлотка. А что у нас сегодня будет? Мясо? Говядина, может быть, с картошкой и салатик с крабовыми. Да, у стукановцев все по-простому, без пафоса. Вот вроде отрадная, да, много мебели, там много фабрик, но выбрать нечего. В основном
такая мебель, а-ля... Цыганские диваны, да. А-ля для баронов, там, кресла-троны. Да. Вот. Ну, мы люди простые, или, мы из хутора. Или кровати со спинками 2 метра, да, высотой? Да, ну куда нам старую хату, которая разваливается, супер баронские диваны. Мы взяли кроватку и, кстати, еще искали кровать, чтобы спинка была не очень высокая, потому что все высокие спинки я покачал, они все качаются. Но качество, конечно, ужасное, скажу так. И, а цены ого-го, да? Цены, на эти кровати, которые со спинками, с высокими. Да, и нам продавец сказал, а вы не смотрите с высокими спинками, они все качаются. Даже, говорит, за 100 тысяч она будет качаться. Да, ну, действительно, я так покачал ее, думаю, что-то хлебковато. Ну, в общем, мы взяли с не очень высокой спинкой. Я твою кровать шатал, да? Да. Так что так, друзья. Вот наша шарлоточка будет. А что? Чем не тортик? Ну да. Тем более вот так красиво Маргарита делает. Все по-простому. А это вишенка на торте. Это яблочко. Ну будет вишенка. Да. Условная. Еще, наверное, сверху чуть корицей, да? Как ты думаешь, для красоты? Прям вот капелюшку. Я бы лучше сахарной пудрой сделал. А и сахарной пудрой будет вообще красота. Ну давай, да. Теперь Все. Виднее. Сейчас посыплю и в духовку. Угу. Жданка что-то на мокрое легла. Сегодня дождик у нас был. Кстати, по поводу крыши для кормушки. Мы здесь сено не оставляем на ночь. То есть то, что они не доели, мы им перекладываем в кормушку туда внутрь. И ничего тут не намокнет. А утром мы им кладем свежее. Поэтому особо так тут крыша и не нужна. И когда дождь летом, например, будет, мы их здесь кормить не будем. Мы будем внутрь класть. Ну и что вы собрались, граждане? Зерна у меня нету. Алик там чем-то занят. Интересно. Дайте пройти. Облепили меня. Жданка. Чем Алик занят интересным тут? Давайте посмотрим. Ух ты. Столб уже поставил. Ну-ка расскажи. Да подожди, я еще не поставил. Еще не поставил. Ну расскажи, что ты будешь делать. Ограду. Хотим здесь... сделать закуток для Луны. Когда она уже будет рожать, мы ее закроем. Всем привет! Передаю родственникам привет. Передаю. Оба-на! А как тут черная курица оказалась у нас? Что такое, Жданка? Чем ты недовольна? А? Чем недовольна? Что? Курица, что ты тут делаешь? Зашла. Она как-то выбежала из курятника, я, видать, мужа заходила. Цыпа, 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 иди, цыпа. Иди сюда, я тебя выпущу. Козы в шоке. Она сама в шоке. И курица в шоке, да. Кто я, где я, да? Что такое, Жданочка? А? Да, что такое, чем ты недовольна? А? Мартин, хватит грызть мои руки. Иди отсюда. Иди отсюда. Иди. Иди отсюда. Иди отсюда. Иди отсюда. Отстань, Мартин. Ну что ты приставучий такой прям прилипала? Что тебе надо от меня? Уйди. Иди отсюда. Ну, иди отсюда, Мартин. Надоел ты мне их. Уходи, уходи. Вот наша Луна.
Иди отсюда. Уходи, Мартин. Ну все, сейчас надо курицу поймать и выпустить. Уйди. А у стукановцев, друзья, обед. Да, обед такой, что Маргарита говорит, бульон настолько вкусный, но мы вчера тут немерено говядины сварили. Бульон, говорит, настолько вкусный, что я решила его не портить супом. И поэтому вот слепила вот такие макарошки, типа как в этом... Лезгинский хинкал, типа. Типа, да, да, да. Тут ни морковки, ничего, просто бульон обалденно вкусно. Я сегодня планирую доделать ограждение для Луны. Но, честно говоря, я даже не знаю, кто там родится. То есть она маленькая была, да, получается, если там, ну, примерно там через месяц она будет рожать, то это значит в 6 месяцев, так сказать, ее уже покрыли. И вот, она сама-то мелкая. И плюс кто там еще родится, я даже не знаю. Нужен ли нам будет такой козленок или нет? Там уже будет видно. Да еще как она окатится, вот в чем проблема. Главное, чтобы это было не ночью. Потому да. Что ну, никто же не будет ночью дежурить там зимой. Это же надо там постоянно торчать, либо здесь торчать и слушать постоянно. Вот. В общем, мы хотим оградить, поделить их к Жданке, там, может быть, Дашку, еще кого-то, чтобы в одном помещении как бы они все были, но через перегородки. И чтобы всем не было тесно. Потому что я у них сейчас это, 1.5 метра краду. Значит, Дашку, самую такую жирную, мы переселим к Жданке. Уже когда будет, вот, должны быть роды. И, возможно, Мартина. И останется 2 мелких, и это. И как бы будет более-менее уже порядок. Так что сейчас покушаем и пойду дальше. На бензопиле уже цепь надо менять. Можно, конечно, циркуляркой, но я думаю, для козовника пойдет и бензопилой. Ну да, циркулярку ж надо подключать, провода тащить, да? Да. Это всего лишь козовник. Цили пустили к козам в загон. Ну, Цили наглая. Ну да. Сейчас она пошарится, что-нибудь найдет, каких-нибудь червячков. Козы любопытные тоже. На Цили может и клюнуть. Она это такая мадам. Цили. Цилечка. Да, что-то ходит. Ко-ко-ко. А колбаска? Откуда такая роскошь, колбаска? Немножко говядины. Она сейчас с удовольствием поела. Циля. Тебя покормить надо, наверное. Да, раз выпустили, надо кормить. Что, говядина невкусная, да? Да, это козы подошли, нюхают, любопытные. И Цыпа сюда рвется тоже, вон за забором стоит. Цыпа, тебе тоже дать говядинки, да? Сейчас дам. Цыпа, 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 иди. Цыпа, иди. Цыпа.
Циля. Циля, 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 Циля. Иди сюда, Циля, иди. Иди, Циля, иди. Циля, на. Циля, Циля, Циля. Ах ты моя красавица. Пошли, пойдем туда идти, там, чтобы козы не мешали. Циля. Циля, Циля. Троглодит. Иди. Так, Мартин, иди. А, Джига, никак тебе Цилю не достать. Кушай, Циля, кушай. Кушай. Джига тебя не достанет, не бойся. Альма, Альма, нельзя. Ты что на коз гавкаешь? Нельзя. Нет, нельзя. Нельзя гавкать. Цыпу я выгнала. Она пришла, опять сюда пролезла как-то. Залезла к Жданке в кормушку. Сейчас, наверное, яйцо снесет. Да, цыпа такая прыгнула. Что-то посмотрела, посмотрела, снизу не пролезет. Залезла сверху. Вот так. Козы ее там тычут в попу, нюхают, смотрят, и она даже не обращает внимания. Ну, может, несет все что. Может. Цыпа. Она спряталась от всех, а все сюда пришли. А это лицо олигофрена. Вот это. Особенно, когда он башкой крутит. О, вот так. О. Мартин, иди траву ешь. Ты че, коза любопытная, да? Да. Герни, не мешай. Хорошо, хоть от них можно закрыться, иначе бы они тут вообще не дали бы работать. Вот и доски пригодились, которые у нас остались. Они как бы изначально-то не остались. И это просто их не хватило. Это у нас должна была быть третья стена навеса под сено. А. Вот. Но я пока не придумал, как ее сделать конструктивно, чтобы у меня это сошлось. Там 40 на 40 тонкий столб. Там никак не приделать, с учетом того, что еще идут, забор идет к нему крепится. Вот. Когда план в моей умной голове созреет, тогда мы все сделаем. Ну, мы еще привезем, а это пока вот, да, что оно мокнет. Оно под дождем там. Ну, это сегодня дождь, вот, да, смотри, у нас после Нового года снега не было. Сегодня был дождь. Завтра вроде как снег будет, но небольшой. А вообще уже погода как весной, уже по-весеннему, хоть и пасмурно. Но если снег и будет, он растает, потому что плюсовые температуры. Снег-то растает, а вот такая вот. Вот, вот это будет во всем дворе. Ну, это теперь лето ждать, чтобы высохло. Апреля, да. Да. Остался последний штрих. Так как саморезы у нас 51-е, и по 2 миллиметра где-то они торчат. Надо их срезать, чтобы козы... Не поранились. Да, вот здесь, видишь, они могут поцарапаться, пораниться. Сейчас болгарка срежу, лишнее. Осталось навесы, сейчас пойду сделаю навесы. Вот только мы не купили сегодня затвор. Ну, что-нибудь придумаем. Вкрутишь пару саморезов, там, может, на веревочку на какую. Да, точно. Временно. Пока она беременна, да? Да. А вот курица все-таки снесла яйцо. У этой курицы есть имя. Это Ципа, да. Которую мы с рук кормили, когда она была цыпленком. Сейчас петли надену.
Кормушку даже, наверное, повыше не придется делать. Нормально тут, сколько у нее. Да хватит ей места. Здесь метр почти, вот так. И так почти два. И вот, а где-то метр с чем-то, 1,80 м, что ли. На ночь закрывать нормально и поспать хватит. Да, соломы побольше постелить. Угу. Вот у нее кормушка, вот, то есть снизу ей нормально широко будет. Ну, кормушка ей на ночь-то и не нужна. Да. Так что осталось петли прикрутить, смазать и щеколду. Ну, временно можем, правда, проволокой так примотать, и все будет нормально, да? Да. Ну, как-то так вот, друзья. Спасибо, что были с нами, что поставили лайк. У нас все. Всем удачи. Пока.